штат Делавэр приблизился к официальному принятию закона о блокчейн-акциях. Как сообщает CoinDesk, закон сделает реестры акций и другие коммерческие документы законными, если они хранятся в системе распределенного реестра или блокчейне. Для утверждения законопроекта необходимо одобрение обеих палат законодательного органа, а губернатор Карни должен его подписать. Если законопроект утвердят, то он вступит в силу уже 1 августа.